Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру The Trigger 2. Давненько я в нее не играл, ребята, приблизительно где-то года полтора-два. Но тут решил зайти и заодно снять очередной видосик. Так что, ребятушки, приступаем. Посмотреть видео, не нужно мне это все. Мне слегка не по себе, Роберто, наш инженер не вернулся в убежище. Может, ты сможешь найти его? Постараюсь, наверное, да, ребята? Так, у нас сложность средняя. Награда 240 баксов. Ну, почему бы и нет, ребят? Давайте тогда приступать уже. Развинченный называется у нас миссия. Так, снарядить. А у нас все уже снаряжено. Так что давайте отправляться на бой. Держитесь подальше от детей науки или получите дозу радиации. Найдите инженера, осмотрите все вокруг оружейной грома. Так, хорошо. Так, ребят, мне, наверное, придется тут немножко... Да, поднастроить еще кнопочки. Ну что же, давайте проверим. Войдите в оружейную грома. Так, подожди, вроде... Нет, вроде бы все нормально. Так, отлично. Поехали тогда, ребят. Тут, по-моему, что-то лежит у нас. Обнаружен секрет. О, вот они, родные. Ползут. На-ка, получи. Красота. Так, они, смотри, со всех щелей прут, а? Ах вы тараканы чертовы. Слушайте, не напоминает она вам ничего, а? Анхилит. Мне так лично очень хорошо напоминает. Ползет, смотри, а? Ползун. Ну что же, тут пока все нормально, ребят. Стрельбу я поставил себе на автоматику. Так что мне не придется нажимать кнопочку. Он будет стрелять автоматически, когда увидит зомбаря. Идите сюда, архаровцы. Баксы. Так, вот этот переулочек мне не нравится слева. Я надеюсь, никто здесь не попрет. Нет, пока тишина. По крайней мере, они не отмечаются у меня угрозой. Да, там тупик. Найс. Найс, отлично. Так, монтировка. И УЗИ. Больше у меня пока ничего нет с собой. А где, интересно, мои гранаты? Вот что я хочу узнать. Я вижу только аптечку. А может быть, у меня их и нет вообще, а? Так, все, мы с вами пришли, по-моему. Цель достигнута. Его здесь нет. Надо как-нибудь открыть ворота заднего двора. Ну что же, вот нам показано. Ага, вот рычажок. Цель достигнута. Вы открыли склад. Понятно. А, мы здесь сейчас с вами, наверное, наберем. Вот, боеприпасики свои пополняем. Отлично. То, что нужно нам. Исследуйте задний двор и найдите инженера. А вот это, я так понимаю, задний двор. Оу! Ты смотри-ка, а. Из-под тишка. Куда ты, толстопуз, побежал? Так, подождите, угроза. Угроза сбоку. Так, а где у нас тут инженер? На заднем... А, 41 метр еще, елки-палки. Нет, ребят, нам еще придется туда сбегать. Угу. Вот он, наверное, задний двор, да? Скорее всего. И... Бежит, 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 вот он. Так, здорово, братиша. Да чтоб я сдох! И это команда спасения? Без проблем. А теперь уматываем. Ну, пошли. Пойдем, родной. Так, у него хпшки. Так что надо за ним следить. Thanks. Ох ты, ничего себе. Черт, я его не заметил, ребят. Нежданчик такой был. Я хоть правильно иду-то? Да, правильно. Давай, Роберто, веди нас. Бери, что хочешь. Ни в чем себе не отказывай. Так я же уже брал, а? Ну ладно, хорошо, как скажешь, возьмем, мало ли чего там. Так, ты у меня там, надеюсь... Ага, ждет. Ждет меня, родной. Мне надо следовать за ним и еще прикрывать его. Хорошо. Вылезла. Вылезла. Опа, куда ты бежишь-то, а? Неужели не видишь, что зомбари везде? Чешет он. Меня хотя бы подождал бы тогда. Так, ребят, я тут еще одну игрульку хотел вам записать, показать. Называется Shadowgun.
Но, как обычно, без косяков у меня там не обошлось. О, улезет паразитка. Я игру-то записал, а микрофон забыл включить. И получилось без озвучки. Ну, если вам надо, я сделаю следующую серию. Довольно прикольная там игруха. Правда, там деремся не с зомби, а с пришельцами. Отлично, хорошо. Так, ну сколько нам еще? 2 метра. А, вот сюда, наверное, надо завернуть. Вот поэтому, хотя подожди, вон там отметина. Ну-ка, давайте-ка сюда лучше побежим. Все, нет? Надо же, получилось, спасибо. Да не за что, что с твоим лицом-то? Что-то у тебя лицо какое-то недоброе. Первый визит в город после перемен. Все мертвы и стали зомби. Я нашел нашего инженера Роберта, и он отвел этого безумца в безопасное место. Мне он нравится, а мне что-то не очень. Ну что ж, ребята, давайте продолжать смотреть, что там будет дальше у нас впереди. Так, загрузочка. Вот-вот, Shadow Gun. Я как раз хотел ее вам показать. Спасибо, амиго, меня зовут Роберта. И у меня для тебя кое-что есть. Это чертеж крутой гранаты. Давай создадим ее. Спасибо за помощь. Да ё-моё, это ж мы... А, нет. Спасибо за помощь, амиго. Отныне, в знак благодарности, мы будем давать тебе ежедневные задания. Ты развлечешься и заработаешь золото. Новое. Изготовить. Так, что? Мы можем осколочную гранату сделать. $150 всего лишь. Давай, хивич там. Да. Так. Американская компания. Отличные новости, амиго. Это месторождение нефти находится под нашим контролем и со временем начнет приносить доход. Нажми здесь, чтобы получить доход. Шахта имеет ограниченные возможности. Не забывай ее регулярно посещать. Хорошо. Они будут здесь минуту на минуту. Иди на крышу, там есть снайперская винтовка. Ух ты, сразу задание что ли дают мне, да? Наш дом называется. Хорошо, давайте, ребята, пойдем на крышу. У нас там снайперка, я так понимаю, сейчас будем отстреливаться. Блин, опять что ли придется кнопки настраивать. Скорее всего, ребята. Блин, с этими настройками пока делал, видите, меня уже покоцали тут маленько. Хо-хоу. Двоих сразу. Да, нормуль. Бочка. Ах ты, черт подери. А, попал. Так, еще одна бочка. 14 секунд, ребят, осталось, так что будем их расстреливать. На, получи, гаденыш. Дикий такой ржач. Вау. Минус чайник. А где зомби входит в критическую зону? Я не вижу. А, вот, понял, все. Ага, отлично. 4 секунды, да продержимся, все. Ноль. Мы можем справиться с ними отсюда. Отличная работа. Да, ребят, я пока настраивал себе кнопки, чуть было не погиб. Группа голодных зомби штурмовала убежище. Я познакомил их со своей снайперской винтовкой и продемонстрировал свои навыки. Все мертвы или умирают. Спасибо, приходите еще. Шутник, а. Да ладно, хорош эту рекламу уже здесь запускать. Ежедневное задание у нас тут. И мы получаем новый ранг. Отличная работа, дружище. А ты фанат запрещенного военного имущества? Тогда ты наш человек. Чтобы было понятно, о чем я говорю, попробуй этот усилитель урона. Получить награду? Че, осколочную гранату он мне дал? Непонятно. Так, снарядить. Все, опять же у нас все стоит, да? По ходу дела все автоматом ставится. Мир. И... Я вам еще не рассказывал про Германа. Наш ученый исследовал токсины в городе, и теперь зомби хотят поставить опыты на нем. Спасите его, пожалуйста. Ладно, будем спасать, ребят. Так, тяжело или на среднем пойдем? Нет, пойдем на среднем лучше. Нафиг, не будем рисковать. Ух, какой зомбарь идет, а там-то здоровяк. Отыщите ученого в доме. Ясно. 26 метров. Жрет уже, а? Очистите район от зомби. Как скажешь, дамочка. Так, тут мишени какие-то висят. Так, погоди, погоди, погоди. Опачки, вот они. Хорошо, что нам показывают, откуда идет угроза. Очень даже хорошо помогает. Обыщите первый этаж дома. Понятно, пойдем. Первый этаж, я так понимаю, это здесь. Или нет? Или нам выше надо подниматься? Цель достигнута. Будьте очень внимательны. Попробую избавиться от ядов. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу.
Ребята, у меня очень мало хп. Тут что такое-то? Блин, это какая-то лужа. У меня хпшки тратятся. Блин, надо выматываться отсюда. Ух ты, ё-моё, я тут зачитался, блин. Кричит она еще мне здесь, а? Прачечная какая-то. Так, хорошо. Значит, нам нужно где-то здесь вентиляцию включить, по ходу дела. Достигнули цель. И теперь я могу... Похоже, этой химии больше нет. Теперь на поиски ученого. Понял. А никак иначе по-другому, ребята. Пришлось мне подхилиться, иначе бы отдуплился. А нам это не нужно. Опа! Это угроза камикадзе. Хера ты... Братиша, успокойся, пожалуйста. Так, 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 он взорвется или нет? Ядрить его на корень. Что такое? Одну часть какого-то шотгана мы с вами обнаружили. Ладно, пригодится, ребят, я надеюсь, в дальнейшем. Так, цель достигнута. Кто, чё, где? О, привет, как жизнь? ну ты чудило даешь. Это что, холодильник, что ли, да? Спрятался он. Я думал, что Роберто единственный безумец, но я ошибался. Я познакомился с Германом, ученым. Он прятался в холодильнике. Может быть, искал ответы или еду, не признается. Так, мы набираем себе какую-то команду, что ли? Так, компания пройдена. Получить награду. Как это понять, компания пройдена? Герман, приветствует тебя, незнакомый спаситель. Теперь я буду помогать тебе с технологиями. Я превращу это примитивное место в храм науки. Взрывная курица. Улучшите уровень техники, чтобы увеличить доход и получить доступ к новым улучшениям. Коснитесь техника и выберите улучшить. Улучшить. Так, ну что ж, давайте делать. Фантастиш, я работаю над улучшением уровня техники. Как только закончу, мы сможем двигаться в Африку. Мне нужно еще пару минут. Сократить время, да? Черт, снарядить. Так, подожди, у нас... Во. Все, по-моему, у меня все стоит, что мне нужно. А что за взрывная курица? Интересно мне знать. Так. Это стандартное задание. Такие одноразовые вылазки приносят наличку, а я считаю, что никогда не стоит отказываться от легких денег. Тебе нужны эти подработки для перехода на новые уровни и для роста, согласен? Конечно. Эскорт. Действие. И у нас охрана. Так, я даже не знаю, может быть, попробовать охрану. Давайте глянем, что он из себя представляет. Что это за задания такие? Видимо, коротенькие, ежедневочки какие-то. Защитите входы любой ценой. Зомби не должны прорваться внутрь. Так, понятно. Давайте попробуем. Оу. Ха-ха-ха. За зениткой сижу тут. Так, зомби входят. Эй, подожди, замари. Погоди. Куда вы там ломанулись? Черт подери. Я их не должен пропускать вот за те линии, ребята. Где камикадзе еще? Да как он мог пролезть в такую маленькую дырочку? Надо его сносить нафиг. Есть, бомбанул. Так, что такое? Взрывная курица. Первая часть из четырех. Так у меня же вроде бы она уже есть. Нафиг они мне ее дают. Все бы хорошо, ребята, но управлять вот этим орудием очень как-то тяжело. Особенно мышкой. Если бы моя бы цель реагировала, как я мышкой двигаю, было бы совсем по-другому. А тут надо вот именно передвигать все. Но, по крайней мере, у нас все пока идет хорошо. 30 секунд нам еще нужно продержаться. Я их гашу. Так, боекомплект, я так понимаю, у меня бесконечный. Никакой перезарядки здесь не будет, так что должны справиться. Причем я баксы коплю себе на ура просто. Так, 11 секунд, ребята, продержаться. Плевое дело. Ну давай. Иди сюда, иди. Оп. Не сносить вам головы, ё-моё. Точно. Легче некуда. Выполнено задание, ну, в принципе, мне понравилось. Так,
Мы выстояли штурм зомби. Мы так долго их убивали, что оружие стало падать из рук. Мы уничтожили их, и надеюсь, они не скоро вернутся. Но если придут, мы будем готовы. Фух, это точно, готовы мы будем. Так, и... Блин, он все еще не закончил. Новый уровень, 4-й, ребята. Баксы получили. Давай мы этим займемся позже. Так, снарядить новое. Почему все моргает на новом, а? Ведь ничего нового нету, абсолютно. Все, что стоит, это я уже видел. Курицы-самоубийцы. Так, что у нас тут в почте? Ёлки-палки, нифига, последняя почта. Подожди, 14-го года? Да я в то время еще не играл. В 16-м году, да, я не спорю, начинал. Но сейчас-то, извините, 18... 4 года игре, что ли? Ё-моё. Уже такие игры были в то время? Да. Так, ну что? Закончишь ты там свою эту изобретение? Но, блин, достижений мне только не хватало здесь. Так, ребята, секунда осталась. Ты что такое? Золотой джекпот в сети? Вау. Полетели куда-то. Техника, уровень 2. Отличная работа, Амиго. Добро пожаловать в Африку. Пустыни, древние руины и зомби на каждом шагу. Ищите улики о мутациях у местных выживших или сражайтесь с зомби на войне. Так, африканская компания. Ой, что еще-то? Это ежедневное задание. За выполнение этих важных заданий полагается большое вознаграждение. Гляди в оба, чтобы не пропустить их. Эти задания помогут продвинуться вперед с минимальными усилиями. Хорошо, понял. Это война, зомби повсюду, но когда город в осаде, объявляется война и всеобщий призыв к оружию. Все бойцы получают награду в зависимости от своих героических подвигов. Ненавижу, ребята, рекламу посреди, как говорится, нашего видосика. Так. А как, интересно, я могу камеру-то отдалить, а? Что за фигня? Меня так не устраивает. Приблизили по самое, как говорится, не хочу. Ха-ха-ха. Нормуль. Ну ладно, давайте тогда, наверное, кампанию продолжать. А подождите, а мы можем ее продолжить-то? Так, хорошо, давайте по стрелочкам передвинемся. И бакинские никогда не будут лишними. И свежий воздух у нас здесь, да? Так, ежедневное задание. Попробуем, ребята, на среднем. Что у нас тут за ежедневочка такая будет? Причем на Х2. Очистить территорию до того, как закончится топливо. Ага. На вертолете мы с вами. Так, я должен подбить 32 зомбарей. Понял задание. Приступаем. Ха, вот такие задания я обожаю. Они, видимо, слышат, да, что я лечу на вертолете и свои ручонки ко мне тянут. Ну, а я их, естественно, за это караю. На, получи. Что-то их маловато. Где же они все тут ныкаются-то? А, во, бежит. Прям в лобешник, блин. Стоит там, руки вытянул. Блин, прикольно. Мне нравится. Такая музыка еще играет. Вау, только руки отлетают, блин. Так, ребят, 15 зомбарей. 14 уже. Оу, счет уже пошел хорошо. Так, готово. Готово. И где, вон, ползут. Шахта, что ли, какая-то? Видимо, оттуда они выползают. Интересно, а в этих играх вообще есть концовка или нет? Ну, вот, например, как бы в Unkillit мне сказали, что есть концовка, там 9 глав. Большое спасибо вам, ребята, за то, что вы мне помогаете во многих играх, рассказываете, поясняете. Главное, что реагируете адекватно, без матов, без ругань, без всего. Так, ну что же, задание выполнено. Убийство — моя работа. Здесь много зомби, время от времени их надо разряжать. Штурм был обычным. Быстрый бег, 35 убитых зомби и спасение. Удачный день. Ух, ну что ж, хорошо, ребята. Тогда мы с вами продолжаем. Что, нам нужен инженер. А он что вообще делает? Помимо того, что он нам позволяет перейти на другой уровень. Еще одно успешно выполненное задание. С тобой мы закончим эту войну в течение года. Надеюсь. Так, что мы можем с вами сделать еще, а? Улучшить. Нужно 12 тысяч, да? А, нет. Лучше я накоплю на третий уровень.
Гранатомет, два УЗИ, лом, блин, офигеть, тут чего только нету. Так, хорошо, а ты что у нас можешь улучшаться? 2000, конечно, улучшаем, ребят. Так, а ты красавица, медик, тоже 1000 всего баксов. Так, а ты у меня... Да, вполне, ребят, давайте тоже поставим на улучшение. Ну а на этой ноте, дорогие мои друзья, я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Если что, пишите мне в комментариях, будем мы в нее играть или нет, все зависит от вас. Так что, ребятушки, всем пока, до скорых встреч.